За звание супермамы поборются в Барнауле. Традиционный конкурс «Я буду мамой» проводят в регионе в 10-й раз. В этом году он приурочен к Году российского кино. Благодаря грантам губернатора Александра Карлина его проводят во многих районах края. 5 лет назад конкурс получил статус краевого. Организовали конкурс сотрудники Центра семьи и детства «Растем вместе» и администрация региона. Укрепление института семьи и привлечение внимания к счастливому и желанному материнству – его основная цель. В конкурсе участвуют 8 мам. Победительнице достанется звание «Супермама» и главный приз – 20 000 рублей. Начало в 18 часов в концертном зале «Сибирь».